Всего два человека в этом звене. Михаил Соловей и Павел Куспис. Механизаторы вдвоем на 60 гектарах выращивают картофель. Коротко карельское лето. Как уберечь поля от ранних заморозков? Картофелеводы ночами жгли костры, чтобы сохранить урожай. И вот звеневой Михаил Соловей, ударник коммунистического труда, приступил к уборке. Заботы не пропали даром. Хорошая картошка уродилась. По 20 тонн с каждого гектара. Хорошо ведут уборку в совхозе «Восход». Тут же на поле клубни сортируют и отправляют для сдачи государству.